Так, что мы имеем? 16 тонн у нас объем у бассейна. Значит, по этой трубе у нас насос вытаскивает воду. Вот он, синий. И заходим в одноконтурную печку. Ну, просто обычная печь, горит. Там трубки идут такими витками. И на выходе мы получаем горячую воду. Вот она выходит отсюда в бассейн. Температуру удается поддерживать, набирать и поддерживать очень легко и просто. Купальный сезон, судя по всему, будет продлен до октября. Такое простое решение оказалось крайне эффективным. Без всяких электрических подогревов и всего остального. Как-то так. У нас сидит главный изобретатель этого всего действия. Вот. Так что не все потеряно. Так, печь у нас самая простая, одноконтурная. Вот. Там же огонь горит. Этого вполне достаточно для того, чтобы бассейн объемом 16 тонн поддерживал свою температуру. Посмотрим, как он себя поведет в дальнейшем. Будем думать, будем надеяться, что у нас купательный сезон. Из-за этой вещи продлится до октября.